Уральская усадьба представляет теплицу. Капля 4 метра шириной и 10 длиной. Установлена 12 сентября 2017 года. Теплица у нас имеет дверь с форточкой в одном торце. Также у нас имеется перегородка с дверью. Ну и в другом торце также дверь с форточкой. Теплица изготовлена из каркаса 40 на 20 труба. Двойная в виде фермы. Покрытие у нее полимерно-порошковое, коричневого цвета. Имеется в боковом покрытии фрамуги и установлены термоприводы друг напротив друга. Сейчас в теплице тепло еще, не настолько нагрелось, будет открываться. На фрамуге по две термопривода. Арки у нас через 2 метра. Но больше прогонов. Каркас установлен на брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Сейчас теплица у нас потеет, внутри конденсат, но нагреется и будет проветриваться. Также у нас имеется по торцам уплотнитель торцевой резиновый. Все герметично, все очень хорошо. Сотовый поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, премиум. Также все торцы заделаны перфолентой и профилем торцевым для лучшей герметизации сотового поликарбоната. Вот такая теплица получилась. На следующий год тут будет большой урожай, богатый. Поликарбонат прикручен термошайбами оцинкованным, также в цвет самого каркаса. Имеются у нас такие крючочки для удержания дверей. Еще раз снимаем внутри. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и обсуждайте нашу теплицу. Качественная теплица с гарантией.